У Амельевской церкви иконы Божьей Матери, знамения, воскресное утро гуляли казаки с песнями, с размахом широким, как русская душа, с настроением веселым и бодрым. А как иначе, ведь казачьему хутору Щелковский исполнилось 2 года. Шикарное мероприятие, организованное казаками в честь своего дня рождения. Эти ребята занимаются великим делом в нынешний период времени, тяжелый период времени. Они своим примером, своим образом жизни пропагандируют любовь к родине, любовь к своей вере, любовь к своему дому, любовь к своей семье. С этой любовью и широтой казацкой души да удалью провели мероприятие местные казаки. Пригласили друзей, соратников. Среди них 13-я сборная бригада, Донская пулеметная бригада и другие почетные гости праздника. Сегодня на празднике наш клуб представляет коллекцию стрелкового оружия времен Второй мировой войны и чуть более позднего периода, 60-х годов. У нас представлены ручные пулеметы, автоматы, винтовки. И пострелять, и спеть, и награды получить. На празднике тем, кто входит в состав казачьего хутора, вручили грамоты, а кто-то даже получил повышение в звании от казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского. Друзей у казаков Щелково и других городах немало. В их числе и различные организации, и кадетские школы, и ансамбли казачьих песен. Словом, немало добрых и отзывчивых людей. К приезду их казаки готовились особо. То есть и для друзей сувениры делали. Сейчас вот угощение казаки готовят. Немало времени уделяют местные казаки занятиям с молодежью. Это, говорят, всегда нужно воспитывать личным примером молодое поколение. С работой молодежи у нас, конечно, ведется давно. И здесь вот есть воскресная школа, здесь проводим занятия, уроки. Кадеты в Щелкове есть, вот в Начкаловской кадетский у нас отряд есть. Вот, ведем работу, естественно. Во Фрязино тоже есть. Вот. Так что стараемся. Гуманитарную помощь вот собираем, возим на Донбасс. Ну, вообще развиваем казачество в нашем регионе. Вот так, с надеждой и верой, конечно, любовью к своему отечеству служат на земле казаки. Особые люди, которые ничего и никого не должны бояться. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.